Российская певица Юлия Зиверт сообщила о паузе в музыкальной карьере до осени 2024 года. Она записала видеообращение, заявив, что причиной стали проблемы со здоровьем. По словам певицы, в последнее время она страдает из-за сильных болей в спине. В 2022 году знаменитости диагностировали остеохондроз позвоночника. Сейчас болезнь перешла в острую фазу. В связи с этим артистка не может выдержать даже получасовую программу. Она приняла решение отменить все свои концерты минимум на полгода.